Всем салют, это Мо Салим. Сегодня у нас в работе Opel Antara. Мы его разобрали уже. Давайте посмотрим, что у него внутри. Так, это у нас багажник. Арки голые. Есть шумка на полу. На этой арке есть немножко. Дальше у нас крышка багажника, тоже пустая. Все это обязательно проклеим. Начали клеить крышу. Вот на ней блестящие такие серебристые куски. Виброизоляция это штатная. Вот сейчас мы приклеиваем свою. Обязательно все прокатаем. Поехали дальше. Двери. Двери тоже пустые. Абсолютно пустые, нет ничего. Вот такие они двери. Дальше пол. Это мы все будем обязательно убирать, обезжиривать. В общем, как-то так, друзья. Сейчас все будем это заклеивать. Покажем вам весь процесс.